Магическим надо. Всех есть. Блять, надо мастерство, сука, собирать, нахуй. Там по танкам больно бьет, нахуй. Ну, мастерство надо такое собирать. Ёбаный мастер. Там-то 10-й разве не дают? Да, блять, я тоже себе хочу этот топор. Он, по-моему, с оперы, сука, падает. Я его себе его тогда не брал, нахуй. Он выпал. Блять, клан. Сегодня брентроль упал. Че пошли? Экзальдом. Шепард на поле, что ли? Погнали трэш чистить. Агрите сразу весь трэш. Ну, вонючий. В кучу сводите, я уешь. Ладно, пока... Так, не обижайся, там... Ну, кто из первого состава кого-то на замену кинул. Типа, ну, чтоб проходку сделать. Людям сразу. Была походка. Сурфанга, блять, 127 миллионов, 10 минут Берсана. Рейдовый там ДПС, ребят, был 251-253 тысячи, блять. Это в среднем для убийства надо, чтобы средний ДПС был 13к примерно. Я там вроде выжил 7 минут герца, а не 10. 10 место у ребят было 15 тысяч. Но мне сейчас ребята написали. Это стрешн, это забей, это хуйня. Рейдовый ДПС на берсе 285 паунд. Я не уперся. Ну это общетка. Не, там общий ДПС должен быть для убийства. Сколько это? 260. 268, 269, ну около 270 тысяч, короче, общий ДПС должен быть. Кстати, у нас вроде теперь этого хапала не хватает. Есть там один, гильдию искал. Барамир, да? Серьезно, опять это прошмандовка к нам. Серег, прочитай. Не, ну я, кстати, без шуток, типа, ну. Пиши, как бы. Вы как бы сами думаете. Не, ну можно, конечно, вот моего, но тоже с ним. Я за минус ОП. Да у меня 9 осколков волонера, мой сильнее, блядь. Какой минус, вон. Тут твой плюс ШП на замене сильнее. Мой сильнее, заебал. Я Т-10 куплю сейчас. Пока начнешь, что ли? Угу. Ну, так он его в Т-10 будет. Ему у меня прикольней прийти, блять, убить нахуй босса. Что такое, блять? У меня сфанг на меня, он не против. 700. Ай, блядь, ладно. Бэм. Ребят, я на этой неделе еще даже не знаю точно, блять, информацию, как, ну, будет ли вообще полноценные два рейда там и ВК Грома и Гер. Ну, они будут, типа, разбросаны где-то среди недели. Там условно какой-то вторник может это быть, ну, либо понедельник, но, типа, я не могу сейчас точно сказать, когда будет второй рейд. Почему за настолько конченую обычку нет ФК? Интересно. На самом деле, блядь... Что ты говоришь, Азерон? Я проебал вспышку. За обычку что? Почему за такую конченую обычку нет ФК? Ну, потому что это обычка, а не гер. На ней обычно в хэм-режиме... Интересно, что в гере будет. Они поставят... Так я уже сам боюсь представить, если они, блядь, в обычке такую хуйню сделали, я боюсь представить, нахуй, что в хэме будет. Там пиздец. Ну, блядь, я не знаю, типа, там общий ДПС на Тухлого, у Тухлого, сука, 5 минут берса, да? Mm-hmm. Это у Сурфанга 127, блядь.
Я вообще не знаю, как тухлого убить реально, если это, блядь, сурфанга 127 лям. Ну, кажись, там общий там ДПС там должен быть 350 тысяч на рейда. 350 тысяч, даже экзальты, мне кажется, хуй дадут. Ну, лучшим своим составом первым. Это забирать надо вздутие. Если экзальты не дадут, если короче, что, это, ну, типа, если что, экзальты, да, они первым и идут. Это, типа, у них первый состав. Да это понятно, что первым. Я про то, что, блядь, ну, 350 тысяч общего ДПСа дать, я хуй его знает, это... Забирать из стаки газового вздутия, блядь, на ДДшниках, нахуй. Господа паладины, перебафайте там, как полипавы. Это единственный вариант, блядь. Так, короче, тогда танчит, получается, Тихисера, Войд, Арислин на трэше остаешься и Серый. Короче, Войд первый начинает, Фенрир второй и Серый третий забираешь Фенрир. Это вы на боссе, Арислин на трэше, как видите. Ты второй, ну, после войны забираешь. Ридига, Ридига раздай всем СПД фласки и саппроты там хилам. Да, или СПД в зависимости, ну, короче, смотри по этому. Холипалу, наверное, СПД, ой, этот саппрот лучше. ДЦшнику этот СПД лучше. Ну и так далее, короче, разберешься. Ребят, если еще раз суньте обмен, пока не взял фласку, блядь. Серый, серый, раздай, пишу. Пожалуйста, АП фласки. Успокойся. Чувак, обмен... Это за АП фласками пещерки. Да, я дринкбоя взял, чтобы сделать ему проходку. Печень, печка, спекнись в этот... Блядь... В дестрика, короче. Потому что у него спека нет. Дринкбой написал, что у него есть проходка. Хм. У тебя убит груль, блядь? Почему петь песню все еще не с нами? Так это чё ты тогда, блядь? Ой. У кого ещё проходки нету плюс гича? Конкретно груль не убил. Смурфетка. Трипай будешь, среди недели пойдёшь. Раз у тебя груль убит. Альфредос, ты где? Потерялся. Да меня выкинуло и в очереди стоит, 30 мест осталось. Без прокси сидел или нет? Нет. Какая разница? Значит, без прокси заходил, меня выкинуло. Давайте быстрее, ребят, как-то, блять. Мы уже полчаса, ну, полчаса почти нахуй проебали. Стоим нахуй, ждем. А могли бы ребра уже убить. Или он нас. Могли бы на сурфанке подолбиться. В жопу. А может не надо? Согласен. Ждать нерфа. Ну ладно, 150 лямов. Не, ну а чё, погнали, кто там на сурфанге много дает? Ладно, у меня есть... Куриков. У меня есть план на лан-отель один, если он, конечно, работает. А, через глыбу, что ли, мага? Да, да. Ну да, как вариант, чё. Го как на актуале стакать ДПС классы. А чё там ДПС, а? Взять, блядь, взять 4 мага, блядь, и 8 укусов. 3 укуса будут. Да, 8 укусов будет, нахуй. Вместо 4 сразу. Это баг какой-то или фича? А потом как?
Если так много хп будет, то хуёво. Хилов кусать нахуй, в чем проблема потом под конец? Нам нужен ДПС, блядь, понимаете? Сервер лёг. Некого кусать будет просто. Сервер лёг или кикнул опять? Да. Не, мы походу сегодня хуй поиграем. У меня 7935 на арде показывают. Онлайн. Точнее 0. Сейчас, блять, на таунтах босса будет лагать, надо будет прожить. Не, это хуйня, типа, ну, на сайте показывало бы ботов, нахуй. Я так думаю, вряд ли у них накручено через кто, нахуй. Это получается почти 8к, 1409, нахуй, и альянса где-то 1005, нахуй. Ну, блять, онлайн, нахуй, где-то около 14к, блять, если не больше. Если не больше 5к альянса еще. Мне кажется, это сайт, наверное, лагает. Ну, сайт этот у них вечно лагает. Да. Сейчас всех выкинуло или частично? Ну, частично. А, во, отлагало. Хуй. Что, вы в очереди, короче, да? Сосед тебя кикнул одного, я так понимаю. 143-й. 130-й. Да там еще Азерона, ну вот Азерона, да. Минус грех, минус морфетка. Но очередь быстро проходит. Да, я 50-й. Уже 30-й. 25-й, ну нихуя там. Ладно, давайте по кубам пока распределимся заранее. Еще метки поставлю. Так, короче, Сурфанк убиваемый. В принципе, вот, все. Да Сурфанк, блять, я говорю, Сурфанк у меня убьется. Я, блядь, беспокоюсь за ту хлопу за Элонатель. Экзы, конечно, вайпнулись, но у них там 3 чела почему-то на пуле. За Тухлого, слышишь? 5 мультов осталось у Экзальдов. С Тухлого надо стаки вздутия забирать, уже вешать каждые 12 или 15 секунд, нахуй их надо на ДПС. Ретриком или фориком каким-нибудь, да, можно будет. И в одного танка. Да, да, другого варика нет. Они ДПС апают, охуенно эти стаки. Только там игра будет схватиться через сальвы надо какие-то. У нас 3 паладина будет в рейде только. Там единственный вопрос на ренже, возможно ли эти стаки передавать? Да, то есть он с ренжи их кидает на фонтан. Ты понимаешь, там не все стаки можно забирать. Там конкретно через один, блядь, только забирать можно будет стаки. Ну придем, посмотрим. И то вообще умеет ли кто это делать? Я типа умею, но, блядь, ну я не милишник, да? Хули да. Там уметь, надо просто тайминг посмотреть, периодичность, когда он их вешает. Ну тот же хан будет. Надо этот шкаф поставить, морфет уже зашел. Он что-то в седых холмах почему-то. Я в очереди сидел. ФДК и кот ворует, но ФДК нахуй. Нет, ФДК нахуй не нужен, потому что ДПС нахуй нам не хватит. ФДК точно откисает. Ну, как класс, у нас будет ГДК. Зато челы, которые ныли насчет проходки, останутся довольны. Да, кстати. Не, они ебанутые, нахуй, реально, сука. Нет бы, блядь, сделать больше урона, нахуй, они въебали просто хп. Ну, сука, конченые, нахуй. Было, чтобы на нас мод донатили, больше денег покупали. Да, я тоже думаю, это понятно. А что там покупать? Боссы не убиваются, мод не выходит. Нечего покупать. Так, ладно, где тут? Давайте пулбаф быстрее. Арчи на пулбаф и поехали. Павару дайте фулбаф. А кто трэш танчит? Трэш танчит реслин. Не, вот этот трэш первый. 4 танка. Ой, первый. А, печь, Ганджубас, твоя печенька, печка, крестик, мои трусы, Ридига, квадрат и хулишит полумесяц. Дайте друидам кулак. Все услышали. Фенрир, подбиваешь печеньки косты, хила, этот, QCQ, крестик, Шепард, трусы. Яша полумесяц и этот Уриона, ой, Мирая квадрат.
Все, давайте еще на пол. На, ты на кубе на кресту. Все, поехали. Нормально, все готово. Блять. Сразу говорю, увижу, блядь, у кого там фласка будет какая-то говняная, блядь, там, на МП5, нахуй, ЛКшная, нахуй, или еще что-то, блядь, сразу, нахуй, без разбора косарь сниму, нахуй. Смотри, кулаки, видишь, что ли? Дайте каску, блядь, появился он из каски. Ну, кроме танков, ладно, я не закупал, потому что на танках фласки. Надо на целка закупить, кстати. Аккуратно. Давайте активнее по таргетам. Чей квадрат, блять? Кто кас не сбивает квадрату? Умираю, блять, вагон. Давайте больше добавили УЕ. Если добавим, убьем, то это. Еще припоты будут у нас. Больше ДПС иметь. Давайте бьем голема 20 секунд. Последнюю полмесяцу добить. И ромб еще живой. А ромб нет. Не успеваем нахуй. Ладно, забейте на исходной стане. Веру дали, когда КС поносит. Мы же выходим, не стоим. Не выходим, что ли. Запечатаем Церидона, смотрим. Не проверим. Ладно. А мне расколка дает. Дай сальву, пожалуйста, Зерон. Аристин, дай сальву по Донзек. Глю, дай сальву по QCQ. Приготовились гитаристы. А, этот Азерона, пофиряешь метку. Кубы прожали быстрее. Кубы прожали. Все, отпускаю. Азерона, звезду, фиряй, пожалуйста. Для первого гриппа. Не, хз, я по ощущению... Аристин, дай сокров. По ощущению, я просто промахиваюсь по ней. Постоянно. Гриппа и следующего. Умираю. У меня меткости ни хрена нет. Ну я понимаю, старайся максимально просто. Ну я спамлю просто. Блять, отойдите оттуда, милики, отойдите. Черни еще раз Азерон на звезду, играйте по звезде дальше. Когда... Дай Глю сокру. Играйте по звезде, а чё стоим, милики? Я могу грипп. Гриппой звезду. Быстрее. Дай эсбаунд. Просто играли быстрее по последнему таргету. По последнему таргету. Подошли, сыграли, у нас сейчас кубы будут. Фир, дай Арислин, фиряй сам Арислин, понял. Приготовились кубы нажимать. Прожали кубы.
все отлично, отпускаем, добиваем звезду и лови бесов. Арислин, иди и лови бесов, забей на этого мобана, мы добьем. Босса играемся. Серый, как заберешь босса, сразу потом к бесам подводишь с Фенрира. Не, еще не надо. Рано. Арислин, твой первый стан будет. Серый, подведи. Далее его я по бесу. Арислин, твой первый стан, я скажу, когда. Больше уе дайте. Альфред, сдай бы по Ешлену прямо сейчас. Пока все нормально. Арислин, стан, Арислин. Зерона, готовься стан давать. Давай стан, Зерона. Все, по боссу играйте. Ребафните в рогу фул, быстрее каску, кулак. Босс бейте, кубы скоро будут, готовьтесь. Подводите, может, сразу. Кубы прожали. Блять. Это хуёво, нахуй. Это очень хуёво. Да, с лаком. Отпускайте. Хотя на мне дебафа не было. Подводите. Подводите босса. И что сюда? Сожимаетесь. Шепард, звезды сбиваешь, каст. Яша, печеньки. Чувак, вы риском резко? Арислин, готовься сейчас забрать босса. Вот сейчас, Фенрира. Забирай. Прожми 50%, Арислин. По трусам кисукью кикай. Блять. Ну, ребята, ну, камон, нахуй, чё за хуйня, блядь? Мирает ромб. Пархимонда больше ДПС. Арислин, готов сейчас Фенрира забирать босс. Прохил. Быстрее по Архимонда больше ДПС. СС, можно по этим поживым банкам? Да, блядь, как вы умираете, ребята, нахуй? Умираю, вот как ты игру, блядь, умудрился сорвать? Ой, блядь, кубы прожали быстрее. Сука, вагоны, блядь. Кубы быстрее, алё. Все отпустили. Ганджубас, СС по Войду. Печка, СС по Фенриру быстрее. Бесов собирай, Рислин. Босса бьем. Грек, сейчас скажу, дашь зубы. В кого? Тогда. Я скажу по кому. Все, по бесам дали уе, по бесам дали уе. Войд забирай, давай зубы по Войду. Зубы по Войду. Я избаунд потом, после зубов нажмешь. Давайте больше уе. Арислин Мастан. Больше уе дайте. Азерона, продли стан. Босса бьем. Все по боссу играем. Все по боссу. По боссу больше допустим. Блять, не успеваем. Не, это пизда, падайте нахуй. Почти. Если пара ДПС, не упали. Не, там я еще у меня подлагал чуть-чуть. Я забрал не на том касте. Замахнулся, смотри. Сейчас, может, мастрис дам выходить. А, мне нет. Эльфреда, вставай, давай мосрез. Да, смотрите за гроб, пожалуйста, нахуй. На архимондах, блять. Если вы видите, вы срываете, блять. Бейте другой таргет, нахуй. В чем проблема, нахуй? Кто сейчас, блядь, сдохнет, нахуй, то, что Архимонд вас ёбнет, нахуй. Это ваша проблема, блядь, целиком, нахуй. Сразу минус, нахуй.
Не обязательно хуярить тупо по одной метке, блять. Их все равно 4 выходит. Начинаете в первую, видите, что гро срываете. Хуярите вторую метку. Достаточно набрать, блядь, условно 95% агра, блядь, чтобы уже свичнуть, да. Если у вас нету никаких аддонов, блядь, подсвечивается желтеньким, блядь, что вы типа скоро сорвете агрона. Иконка, блядь, стандартные настройки, блядь. Полбама быстрее, Берри. Кстати, Серый, мне кажется, блядь, ты молдой. Молдой этот сокрушающий удар, блядь, наверное, вообще, ну, типа, в промах уйдет нахуй. Ну, это на этельдовской этой залупан. Через раз можешь уже пользоваться. Смотри, ну там будет зависеть, кто будет, а если я молдой скину, а вдруг предыдущий будет вторым по другому. СС дай по... Блять, пофенерированный. Ты понял, может он переагрится на человека, на котором дебаф висит. Вот в чем проблема. На танка, на котором дебаф. И на броне. Ну, это... Ладно, этот. Все тут. Печка, Урион, Альфред. Масло. Все. Генджибас, не вижу масла. Ну, в общем, блядь, как ты в рейд тогда вообще собираешься идешь? Кинь обмен, Генджибас, сколько же ты вышел из рейда? Ну да, Дюжа, так и вышел. Блядь. Мария похвармит, блядь, 20 минут, во-первых. Гуляйте, блядь, чё стоим, поехали. Попалить, сука, нахуй. Что 8055 я на радио охуеть, блять. На открытии сервера на радио было 8300, да. Говори раньше, блядь, Экзальта ты убили. На этот. У них никто не умер на пуле. Они убили, 7 секунд осталось до берцы. 40 панга? Да. Это маг. Хули толку, нахуй, если на 40 панги в берсу упираешься, то, блядь, тухлопуза нахуй анрил убить. Я думаю, не стаки будут воровать. Да даже стаками, блядь. Ну. Даже стаки. 7 секунд до персы, у них, по-моему, 15 место, 13 тысяч ДПС. Ну это нормально, типа можно такой ДПС даже у нас сделать. В принципе, если подобрать людей. Да можно, конечно, вполне реально ДПС. Спокойно. Даже больше в некоторых аспектах можно сделать, если подобрать сетап прям идеально. Взять 4 аркан мага с бафом. Ну, да ладно, это, блядь, это все хуйня. Меня больше волнует, блядь, тухлый нахуй. Ну ладно, сейчас посмотрим, что у них там атакон. Че до активации? Бейте пока этого ебла на последнего. Че вы стоите, бейте, может успеем, блядь, что-то до активации. Перепод на мем, блядь. Или Медзиана там их 2, блядь, еще один майн. Все, похуй, по боссу. По боссу поехали. Мне бы дали пол ДПС. Thank you.
Слышишь, Фазерон, у тебя нету никакой пухи там с меткостью, чтоб свищнуть просто на, если будут гитаристы? Там похуй, ДДшная, поебать вообще, просто чтоб свищнуть на сервер. Фазерон. Чем? Я помогал. У тебя пухи нету на меткость? Любой похуй, ДДшный, там поебать, чтоб свищнуть. Понял. Приготовились кубы, бесов и делови. Кубы прожали. Быстрее кубы. Все отлично. Отпускаем босса убьем. Ну я могу с ретрика какие-то шмотки на метки снадить. О, я могу тринкет. Они. Я имел в виду. В бою не можешь. В бою, чтобы. Ну, типа. Пуху, короче. Что потом, если что, свечнуть обратно после трэша. Я про это не могу. Сейчас Войд откинет и подводи босса, кто там следующий забирает. Серый. И сразу босса. Еще возможность его убить. Все, подводите босса. Далее уе. По трэш. Залили быстрее. Кстати, у меня не так сильно лагает. Я думал, блядь, теперь лагать будет сильно. Отпустило. Ну, типа. У меня сейчас два микрофреза было где-то секунд. Реслин стан. Угу. Лично. Глю сейчас или Озерона? Озерона стан. Угу. Добивайте быстрее бесов. Все отлично, дальше вас поехали. Без беса отлично. Приготовились кубы. Кубы прожали. Рещи, блядь. Все отлично. Пускаем по боссу ПФ. После следующего откидывания серы подведешь боссу. Давайте, уедали. Я не подлагиваю, нормально в Дискорде? Нормально. Реслин стан. Зерона стан. Ну, сбилось. Дальше дожжу пока. Что, босс убил? Приготовились к нему. Нархимон бей. Прохил. Кубы прожали быстрее. Кубы рещи. Отпускаем босса, дальше бьем. Подводи босса сразу по Дархимонду. Шепард, твоя звезда. Сбиваешь косты. По Архимондам играем, босса только через УИ. Кисок и ромбик. Мирай квадрат. На пол дайте, на реслин. У Ривана трусы. Больше Пархимандам дать. Еще надо два убить, хотя можно попробовать. Или не успеваем период 20 секунд. 53%, да? Да, по боссу. По боссу играйте себе, по боссу. Не успеваем, хуйня, затея. Все, пизду стопаем, еще один трэш скипнем. Отводи босса, никто не бьет. Пизду, не будем рисковать. Там прям впритык, если бы только и хватило. Набивать архимондов, босса никто не бьет, повторяю. Приготовились кубы. Гитаристы, сука. Кубы прожали. Босса никто не бьет, повторяю. Все, отпускаем кубы. Аккуратно от гитаристов. Дай реслин сокру. Грипп и звезду. Мирай. По звезде сыграли. Слушай, стараемся выходить. От волн отходите, блядь. Не стойте АФК, пожалуйста, люди. Фенрир, грипни следующую. Не,
Любого, можешь без метки поебать, любого кого-нибудь. Не бейте босса на, алло. Босса вообще не бейте, пожалуйста, УЕ выключите на. Надо еще одного убить, звезду. По звезде сыграйте, все в звезду сыграйте, этого фиряйте просто. Не трогайте его. Фир обновляйте по печеньке. Все, по боссу поехали. Подошли ближе к воротам, по боссу поехали. Все, к воротам все побежали. Т4. Да, и сокру глю. Глю сокру и Т4. Угу. Все, вышли. По печеньку фиряем и по печеньке добиваем. Да, и озерона сокру. Печеньку сыграли все быстрее. Милики, играйте босса РДД по печеньке. Блять, служи, выходите только. Все РДД, блять, играют в печеньку, алё нахуй. Все, раз остались. В лужах не стоим, печать не ловим. Добиваем босса. Сейчас посмотрим, сколько утухлого хп. Там 5 минут берсанов. Это 420 тысяч ДПС в общем надо. Если у него, ну, примерно 120 лямов. Это цифры, которые некоторые. Ну, в циркле с бафом, на цокле с бафом в ЦЛКХМ не дают. Ну, вообще ДПС 420 тысяч. Фулл гировые челы. Ну, я не говорю там про пиво и так далее, а вообще просто, ну, более-менее такая средняя гильдия. А кто там у экзальтов стримит? Батоша, они убили Салфа уже. Батоша, это кто? А, Батоша это базука, которая? Ну, которая на роге гоняет. Стопа. Ой, ебать, давайте. Наручи топовые упали без него. Запад. Воски. Воски, да. Мне кажется, само бы лучше. За счет соки. Этого лохня надо, кстати, будет еще на резист шмотку скрафтить нахуй на синдру, блять. У меня на трех танках уже есть. Один сет уже готов. Да мне похуй, я не знаю вообще, кто такой Баташа, типа. Но я его только на сервисе увидел. Понимаешь, он один рога, блядь, даже близко, нахуй. А, ты сейчас покупал? Я глянуть его ДПС. Сколько у него на 40 в твой баташе? Кто чекал-то? Сейчас скажу. На комбате. Ну, мне кажется,
Мне кажется, это мало. Да, нормально. Отказывайтесь от лута. Ну, мешок, как обычно, можете ролить сумку. Мне кажется, нормально ДПС. 13500 у него было на выходе. Ну, на самом мне, поворке. Ребят, ну, типа, мне кажется, это мало, реально. Вот 13500 на выходе, это, мне кажется, реально это мало. Для 250, там, какой-нибудь пятый. Может, он трэш бил. Да нет, мне кажется, хороший. Свечился. Хороший ДПС, мне кажется. Блять, что по луту? Кто-то мне отказывается от лута, блять. Алло, ГЦ с двумя яшмами. Олма потанчу. Это вопрос на засыпку. Кто-то пойдет по боссам 10 опций ОК после РТ сегодня. Не репа фарм, а боссы. Есть у кого желание? А там АП тоже апнули, ну, урон боссов или только ХП? Сильнее бьют? Ну, мне кажется, в отличие от стандарта, да, должны больше быть. Если бы они били как на стандарте, на офи, то, блядь. Ну чё, ты готов, Феникс? Циферка. Что циферка? Причём здесь циферка? Не босс, понял. ХП. Духопуза. Ну, что, зашли? Сколько? 707. 707 миллионов? 7 слямов. Ну, типа, это бенсукерс. 70 лямов, да? Угу. Ну, нормально. Это не хватит. 70 лямов, это... Ну, что, берсак? 5 минут берса, это 380 тысяч ДПС общего, где-то примерно должно быть. Ты разделил? Ну да, плюс-минус здесь так. Ну, примерно, там плюс-минус погрешность там небольшая. 380 штук у этого. ДПС, блядь. Некоторые, сука, блядь. Кача, нам нужен хапал? Нет, там, смотри, там 230. Это кого, про Барамира, что ли? Он тебя там спрашивает или не, что, блядь? Не, я даже не на стриме его, я просто интересуюсь. Я же фанбой. Слышишь, 230-240 тысяч РДПС хватит на топку. Я потом с ним сам переговорю, может так ему и сказать. Ну я к тому, что типа, ну, так я не сижу у нас. Он снимет и уйдет. Я просто, да, я... Тебе не похуй, уйдет или не уйдет. Тебе похитит сейчас. А, я ж мутин. Я потом ему напишу, может так и сказать. Я к тому, что, ну, у нас хапал ушел сильный, ну. Сильный? У нас как бы появилось место. Так сказать, гэп. Засунуть туда лишний волонерчик, ну. Чего нет? Не, это хуйня. Ну не будет, блядь, не будет, не убьется эту хлопусну. Ну. Да почему? Даже со стаками. Сейчас разделил, 240 тысяч хватит. 240 тысяч, наверное. Да, и типа 270, если на сурке есть, то тухло убьешь. Володя, тут? Вопрос только, во сколько танков они сурка били сейчас? Чё? Скинь мне, пожалуйста, в DS. Я думаю, в 2, ну. А вы на сколько делите, на 18? Они 2 танка били. Ну, убьется, да убьется. Я просто к тому, что если, допустим, брать... Ну, можно, короче, типа идти в 4 хила просто. Не в 5. Если у нас волонир лишний будет. Способно рис. Дети, вот придем, увидим все, блядь. Там сколько напротив берса? Кто помнит? 15 минут или 12, я не помню точно. Блять. 12, наверное. Не 15 точно. 12, скорее всего.
Не 10. Блять, я буду долго ржать, если они Джайни, блять, Леомов 200 сделают. Блять, в Т5 нахуй, блять, сложно убивается для большинства людей, блять. Я не представляю вообще, как ДТ5 нахуй убивать будут люди, блять. Нахуй далеко ходить, ссылка ХМ там, блять, просто жесть будет. Надо еще обычку сначала закрыть. Не, мне кажется, ХП они больше делать с лукахом точно не будут. Мне кажется, скорее всего, они въебут больше урона. А серьезно, у нас три лока, типа один из них Феникс только летит, а остальные два че нахуй в жопу долбятся. Ребят, ну, че, урофите, блядь. Интересно, там люди зайдут, ну, вот которые ныли. Уберите Кару Гер проходку, сейчас наоборот, верните Кару Гер проходку, не хочу смотреть на ХП, блядь. Самоните, пожалуйста, задел. Да, сейчас локи подлетят и сразу самонем. Выйдите на самодин, камню. Лок самонем. Заебись, я какой-то уперся, блядь, в какую-то ебаную невидимую текстуру, нахуй, и не летел, чё за хуйня, блядь. Вверх, наверное, сильно подлетел, там бывает, встает, мало, тормозит. Ну, в смысле, не летит.